Центр прикладного искусства «Шабыт Кайнары» в честь праздника Курбанайт презентовал новый проект «Аланын үйі», в рамках которого подарок получила мечеть села Жумыскер Майского района. Более 700 человек проживает в селе Жумыскер, в одном из самых перспективных населенных пунктов Майского района. Это можно видеть по хорошему состоянию местных дома культуры, школы и мечетей. По инициативе руководителя Центра прикладного искусства «Шабыт Кайнары» в честь праздника Курбан Айт мечети был вручен особый подарок. В основном в мечетях уделяют внимание со стороны правительства или кто-то на областном уровне. Как уроженка этого села от имени Центра прикладного искусства «Шабыт Кайнары» мы подарили Туркурпей Жайнамаз. Но этот проект только начало, его презентация. В принципе, каждый год будет продолжение. Проект «Аланын үйі» включен в план областного управления культуры, развития языков и архивного дела и музейного центра на 2024 год. Говорят же, что надо вносить свой вклад в родную землю. Вот Уасиля ханым привезла на свою малую родину изделия, сделанные своими руками. Проект «Аланын үйі» начинает работать. Народ тоже с воодушевлением приветствует его. Приятно, что это все происходит в дни Курбан айта. Курбан айтында айтылған дұғаларымыз, жасаған айтылған тілектеріміз қабыл болсын. Мечети села Жумыскер было подарено 14 туркурпе и 7 жайнамазов. Местные жители поблагодарили свою землячку за такое благое дело. Остан 70 күн бұрын бір тарауық намазында бір. 70 дней назад во время тарауық намаз Уасилья сказала, что сделает такой подарок. Я сказал, что чистые помыслы и память потомков останется также. Курбан айт кабул болсын. Пусть все молитвы и пожелания будут приняты. Аллах разы болсын, ондай болса. Тіпті жақсы емес, нұр үстіне нұр болады. Сегодня в селе Жумыскере, благодаря Аланын үйі, наша дочь подарила мечети туркурпе. Большое спасибо. Пусть она видит плоды своего труда. Өзімен бірге жұмыс істеп жүрген. В сельской мечети местные жители оказывают всестороннюю спонсорскую помощь, говорит имам. Эти люди, во-первых, получают щедрую душевную награду, а во-вторых, делают благородные поступки, о которых говорят страна, потомки. Проект «Аланын үйі» традиционно продолжится во время Курбан айта. Мурат Ибилмажит, Самал Каликазы, Медет Карим, и это сахбарат из Майского района.